В МИД России по дипломатическим каналам поступило обращение сирийских христиан из района Каламут, провинции Дамаск, где расположены всемирно известные христианские святыни Сирии, говорится в информации, опубликованной на сайте министерства. Там же приводится полный текст обращения, подписанного представителями семей, члены которых желают стать гражданами Российской Федерации. «Мы, христиане Каламуна, проживающие в населенных пунктах Сейдная, Маара Сейдная, Маалюля и Мааруна, впервые с Рождества Христова находимся под угрозой изгнания со своей земли. Мы предпочитаем смерть скитанием по лагерям беженцев. Поэтому мы будем защищать нашу родину, честь и веру и не оставим земли, на которой ходил Христос», говорится в документе. В нем отмечается также, что целью террористов, которых поддерживает Запад, является ликвидация нашего исконного присутствия, причем самыми отвратительными методами, включая зверские убийства простых людей. По этим причинам сирийские христиане решили обратиться к России, чтобы получить защиту от действий террористов.